Бурные горные потоки несутся по улицам Анкары. Турецкая столица во власти наводнения, сильнейшего за минувшие 500 лет. Оно вызвано проливными дождями, которые не прекращались все минувшие выходные. Движение транспорта затруднено, а зачастую невозможно. В некоторых кварталах города селевые потоки увлекли за собой не только легковые автомобили, но и тяжелые грузовики. В результате повреждены или потеряны безвозвратно около сотни машин. Больше всего пострадал от стихии столичный район Мамак. Вода затопила здесь первые этажи многих домов и зданий. Ранения получили 6 человек. По данным синоптиков, в ближайшие дни в районе Анкары вновь ожидаются сильные дожди.